стадион «Нефтяник» в Черняковке. Здесь завершаются реконструкционные работы. Возможно, футболисты Уфы сыграют здесь в мае. Но это если повезет. А если нет, то в следующем сезоне. Ну а пока основная команда и дубль проводят свои домашние игры в Саранске и в Перми. Но сегодня все же дублеры Уфы впервые за долгое время играют на домашнем стадионе «Динамо» против игроков московского «Локомотива». Ну да, 5 мячей мы первый раз пропустили сегодня. Счет 5-1. Дело куда только угодится. В первом тайме задача была, конечно, не пропустить, потому что играли против ветра. И было очень тяжело комбинировать, держать мяч. Поэтому, и, в принципе, это практически удалось. В конце пенальти не забитый. Сразу пропустили 2, конечно, как холодные души для нашей команды. Но ничего страшного, я думаю, не произошло. И мы на второй тайм выходили с такой решимостью, что отыграемся. И первые минуты показали, отыграли один мяч. Вроде начало все получаться более-менее. Мяч стали держать. Но затем все-таки «Локомотив» очень классная команда. Там в основном одни сборники своих 96-97 год. Вот. Мяч контролирует хорошо. Так как стали лезть вперед, появлялись свободные зоны. Футболисты «Локомотива» грамотно ими воспользовались. Стали проходить такие контратаки у них. А мы вот не смогли забить. Что сделан, тоже сделан. Будем делать выводы сейчас. Команды соберемся, будем смотреть, ошибки разбирать. Жизнь на этом не заканчивается. Надо сделать правильные выводы. Работать дальше. Во втором тайме вообще игра развалилась. Вроде забили в начале гол. Все более-менее начало только получаться. И контратаку пропустили, и все. Рассыпалась игра. Будем работать, делать выводы, ошибки. Ну, сложился он удачно, конечно. Была тяжелая игра очень. Переломили ход встречи в начале. И продолжили забивать. Конечно, дома играть приятнее, конечно. Несмотря на то, что даже сегодня была погода дождливая, люди пришли, все поддерживают. Конечно, дома играть намного легче и лучше, и, наверное, правильнее играть дома.